Казахстанская интеллигенция поддержала статью главы государства Нурсултана Назарбаева, опубликованную в статье в газете «Егемен Казахстан». В материале президент отмечает, что вместе с повышением благосостояния страны, внедрением инноваций и улучшением экономики, не нужно забывать и о духовном росте. Эволюция экономики должна отразиться на эволюции мышления, стремлении к совершенству во всем. Мы поддерживаем предложение президента о переходе на латиницу. Также будет внедряться программа «Туған жер». Сейчас в нашей стране все больше меценатов, которые вносят свой вклад в улучшение благосостояния казахстанцев. На малой родине, в своих родных аулах строят школы, детские сады, водопроводы, дороги. Благодаря этой программе им будет оказываться всесторонняя поддержка.